внутри вышки, так и команд, которые будут представлять наш вуз на городских соревнованиях. Это поможет поддерживать бренд Высшей школы экономики на образовательной арене Санкт-Петербурга. Привет, меня зовут Мельникова Маша, и я с образовательной программы «Экономика». В последнее время возникла проблема с бронированием аудиторий. К концу своего срока я хочу вернуть систему, которая была раньше, когда каждый студент мог подойти в учебный офис и взять аудиторию для себя. Всем привет, меня зовут Георгий Старостин, и я собираюсь принять участие в выборах в студенческий совет и УШЭ Санкт-Петербург от образовательной программы логистика управления цепями поставок. Чем я собираюсь заняться в студенческом совете третьего созыва? В первую очередь я хочу продолжить свою работу в комитете по внешним связям студенческого совета. Я собираюсь упростить процедуру подачи заявки на участие в международных академических программах. Я собираюсь установить партнерские отношения со студенческими советами зарубежных вузов-партнеров и УШЭ Санкт-Петербург, а также разработать партнерскую программу с коммерческими организациями. Помимо этого, я собираюсь провести ревизию локальных нормативно-правовых актов НИУШЭ Санкт-Петербург и создать службу оперативно-юридической помощи студентам НИУШЭ. Голосуйте за меня, голосуйте за Георгия Старостина. Увидимся на выборах. Я баллотирую в студенческий совет Высшей школы экономики Санкт-Петербурга. В нашем университете студенты, занимающиеся в организациях внеучебной деятельности, слишком мало и недостаточно тесно коммуницируют с администрацией, в частности, с юридическим отделом. Я лично столкнулся с такой проблемой в этом году, и это привело к действительно катастрофическим последствиям. Я планирую минимизировать подобные эксцессы. Также я планирую рационализировать систему портфолио, так как она на данный момент недостаточно жизнеспособна, и привести ее к более частному и более рациональному использованию. Меня зовут Анастасия Баранова. В нашем университете делается многое для продуктивного развития академической жизни студентов. Однако от нас самих зависит, насколько успешным и качественным будет наше образование. Поэтому в наших силах развивать в себе культуру самообразования, привлекать экспертов и организации для успешного трудоустройства и развития своих профессиональных способностей. Все, понял? Да.